Если мы подключаем Нью-Йорк на прямой связи с нами, оттуда наш собственный корреспондент США Борис Кольцов. Борис, я приветствую вас, благодарю. Итак, ни в Минске, ни на саммите Евросоюза не упоминался статус Крыма. Мы сейчас обстоятельно поговорили об этом. Хотим узнать ваше мнение и то, что думают в Соединенных Штатах. Вашингтон в последних заявлениях эту тему тоже не обходит. И в Белом доме решили забыть про полуостров или оставляют этот вопрос на потом. И, кстати, Борис, вот специально для нашей программы, как прокомментировала газета USA Today то, что она выпустила на первой странице карту Украины без Крыма? Я пока не видел комментариев газеты USA Today по поводу вот этой карты. Что же касается общей ситуации, то я бы не питал иллюзий. И, естественно, здесь никто про Крым не забыл. И та же Псаки на вчерашнем скандальном брифинге, когда она смеялась на тему санкций в отношении Украины, она достаточно четко, но коротко обозначила, что США по-прежнему продолжают считать Крым частью Украины. И это главный ответ на вопрос, потому что в остальном, ну, все прагматики и в США, и в Европе, все понимают, что на фоне боевых действий и, в общем-то, боевых действий совсем не за Крым, сейчас ставить вопрос о принадлежности Крыма просто не своевременно. Тем более, что общее настроение здесь в США очень скептические, и я вам скажу, что еще день-два, и ястребы пойдут в атаку, я в этом практически уверен. Ну, скажем так, конечно, ключевой станет начало того срока, когда будут объявлены перемирия, то есть 15 февраля. Но я скажу, что вот, например, тот же Маккейн, он если не смеется над достигнутыми договоренностями, то очень скептически все оценивает. Там у него звучат и такие фразы, что свиньи тогда полетят, если стороны отведут тяжелое вооружение. Или, например, комментируя вот то, в какой атмосфере проходили переговоры, он отмечает, что пока Путин переговаривался в Минске ночью, в это время границу России в сторону Украины пересекли 50 танков, 40 машин залпового огня. И тот же Маккейн, который теперь не просто ястреб-конгрессмен, а глава комитета по вооружениям, он говорит, что вот на фоне того, что, переговариваясь о мире, Россия продолжает поставки тяжелого вооружения на Украину, это заставляет думать о том, что поставки Украине и США оборонительного вооружения по-прежнему остаются актуальными. Это значит, что уже, наверное, вечером в воскресенье, в случае, если прекращение огня не состоится, здесь в США опять развернется очень яркая и активная дискуссия на тему поставок. А с учетом того, что, в общем-то, очень близкий по духу Маккейну был вчера назначен министр обороны Эштон Картер, то, в общем-то, это все усилит давление на Обаму, и Обаме тоже будет вовсе не до Крыма в этой ситуации. Наши чиновники любят в последнее время приводить статистику в том плане, что пока Европа теряет десятки миллиардов евро от санкций, товарооборот США, невзирая ни на какие санкции, растет. Кстати, на это внимание обратила даже Федерика Могерини в своем интервью газете «La Repubblica». Получается, что США заставляют всех страдать, никак не забывая о своей выгоде. Это не было сказано, но прозвучало таким как бы намеком. Или, может быть, мне показалось. Ну, как так? Ну, здесь несколько факторов. Один из главных факторов – это то, что импорт, когда вы что-то покупаете в США, вам, ну, и тратите на это рубли, например, вам это выгодно, потому что через месяц, через два вы получаете прибыль в рублях в условиях повышающегося курса доллара, конечно же, выше. И это один из факторов, который может влиять. Второй момент, безусловно, замещение. Конечно, статистику долго искать, но я уверен, что какие-то продукты, которые сейчас из Европы не могут поставляться, поставляются из США. И вообще не следует забывать, что уровень товарооборота между Европой и США, вот с Россией, всегда был в пользу Европы. И США, те, кто занимался здесь этим, и наши специалисты всегда жаловались, что США огромная страна, но уровень товарооборота между нашими странами низкий. И то, что он сейчас несколько повысился на фоне санкций, это, в общем-то, не такое большое событие с точки зрения общих объемов. Я благодарю вас. На прямой связи с нами из Нью-Йорка был наш специальный корреспондент в США Борис Кольцов.